видео я вам расскажу и покажу, как сделать вот таких милых совят из фетра. Какие игрушки можно применить для декора детской комнаты, просто для игры с ребенком, но я их делаю детям, и это неспроста. Посмотрите, как это стильно, красиво, да к тому же еще и экологично для ребенка. Нужно определиться, каких зверушек вы будете делать, и найти в интернете шаблон для этих зверят. Они в открытом доступе, их очень много. Распечатываете, прикладываете к фетру и вырезаете все детальки. С самого начала я сшиваю все мелкие детали, то есть пришиваю верхние элементы, глазки, пуговички, носик, и потом только соединяю две половинки тела. Можно, конечно, и приклеить, но это смотрится неаккуратно, клей все-таки видно, и материал становится грубый из-за клея. Поэтому я предпочитаю все-все прошивать. Также глазки можно, в принципе, и нарисовать ручкой или тоненьким фломастером, но я всегда их вышиваю нитью и иголкой. Так это смотрится более уютно и атмосферно. Я сделала две совушки с закрытыми глазками, а две такие, как будто бы они улыбаются, но тоже глазки закрыты.
такие милые совята у меня получились. Также я сделала облачка и звездочки. Шаблоны тоже можно найти в открытом доступе. Я надеюсь, вам понравился мой видеоурок. Вам все понятно было, так как я показывала каждый стежок. Если нет, спрашивайте в комментариях, и следующее видео я сделаю более детальное. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди еще очень много интересного.